Sí. Oh. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто-нибудь еще планирует появиться? Ну, мне никто не ответил, в принципе, ни разу по поводу семинара. Так что, кажется, нет. Я сейчас еще раз напомню, я утром всем напоминала, но, наверное, никто больше не придет. Ну, все равно пока подождем.
Ну, давайте будем начинать тогда. Оставлю страничку здесь, чтобы кого-то впустить, если еще появится. Да, я думаю, уже можно начинать. Так, расскажите мне сначала, что к данному моменту уже успело пройти на лекции. Ну, наверное, то, что мы как раз с вами обсудили на прошлом семинаре, нет? Просто... Я сейчас боюсь зайти очень далеко вперед по курсу из-за того, что мы сейчас, по сути, занимаемся раньше лекции. И в итоге обогнать материал так, что лекции будут долго доходить до того, где мы находимся. У нас совсем мало задач осталось в том листке, который мы сейчас рассматриваем, в 14-м. В прошлый раз мы сделали задачу 4 последней. Сегодня речь пойдет о задаче 5, в которой мы доказываем, что предикаты или множество невыразимы в модели. Напомню, что предикат называется выразимым в модели M сигнатуры. Назовем как-нибудь сигнатуру. Сигнатуру из сигма. И назовем сам предикат. X1. Xn. Ну, собственно, в прошлый раз мы уже это делали, но определим формально. Если существует такая формула, фи с n свободными переменными, ну, как раз, то есть, которые будут играть роль x1, xn, что фи от, как мы, нужно вспомнить, как мы в прошлый раз точно это определяли, что результат подстановки А1, АН элементов М на место Х1, Xn будет давать единицу в том и только в том случае, когда P от A1 AN имеет место. Ну, здесь нехорошо сказано, что я здесь говорю брать формулу и подставлять в нее на места свободных переменных элементы модели. Но я думаю, должно быть понятно, что имеется в виду. Если у нас есть формула в сигнатуре и зафиксирована конкретная модель, то эта формула задает некоторые конкретные соотношения. Или предикат, или какую-то конъюнкцию, дизъюнкцию предикатов, или наложение квантеров на предикаты. И понятно, что в нее можно подставлять элементы модели и получать соответствующие результаты. Так вот, один из способов доказательства, что какое-либо отношение, ну, скажем, какой-либо предикат
является невыразимым в модели M, это предъявить нарушающий его автоморфизм. То есть, что такое автоморфизм? Понятие автоморфизма у нас встречалось много раз в разных разделах, в основном алгебры, и, в общем-то, оно значит всегда одно и то же. Автоморфизм – это изоморфизм на себя. Или, иными словами, это биекция на себя, сохраняющая структуру. Какая у нас есть структура? Константные, предикатные, функциональные символы. Автоморфизм модели M сигнатуры сигма является это биекция, как мы ее назовем, FM на себя, такая, что первое, все для любого константного символа C и T оценка C и T и ее образ под действием F совпадают, то есть константы не двигаются с места. Два. Для любого предикатного символа P от X1, Xn, соответствующего предикату, соответствующего некоторому реальному предикату, P, обозначивая P с индексом M. P с индексом M от A1, AN каких-то элементов модели будет совпадать, то есть быть либо истиной, либо ложью, для такого же от F, A1, F, АН. Ну и три аналогично для функциональных символов. Ну, то есть точно сформулировать это труднее, чем понять, что здесь происходит. Три. Тем самым, если утверждение следующее. Если существует автоморфизм, сохраняющий константные, предикатные и функциональные символы, сигнатуры, но не рассматриваемый предикат, то этот предикат заведомо невыразим. Ну, потому что из определения автоморфизма следует, что любой предикат, следует, что значение любой формулы вообще под действием, но это устанавливается по индукции, под действием этого автоморфизма не меняется. Ну и вот давайте рассмотрим задачу 5. Докажите, что вот в такой модели Z сложение равенства невыразим предикат X меньше Y. То есть нельзя выразить понятие меньше. То есть доказывать будем методом автоморфизмов. То есть что нужно сделать? Придумать какую-то биекцию целых чисел на себя, такую, что равные А и Б останутся равными, а если А плюс Б равнялось С, то образ А плюс образ Б все еще будет равняться образу С.
То есть равенство и плюс сохраняются, но при этом какие-то элементы, где раньше первый был меньше второго, перестанут находиться в этом отношении меньше. Как мы можем это сделать? То есть еще раз, мы хотим как-то перевести z в себя. Не как-то чтобы... перевести z в себя, чтобы равенство и плюс сохранились, а вот меньше сломалось. Ага. То есть равные элементы должны перейти в равные. Если a плюс b равнялось c, то после применения каждому из этих элементов этой биекции это должно остаться так же. Но если x было меньше y, то после результата этой биекции это не обязательно сохранится. В каких-то случаях может сохраниться, но не всегда. Ну, я просто вообще не понимаю, как можно, если у нас равные переходят в равные, то есть все переходит в себя. Нет, равные переходят в равные не значит, что все переходит в себя. И равные переходят в равные, это значит, что если x равно y, то f от x будет равняться f от y. А это как бы уже прописано в определении биекции. А мы и так строим биекции. Равные переходят в равные, это не значит, что f от x равно x. Определение автоморфизма означает, нет, что если элементы находились в отношении соответствующего предиката или соответствующей функции, то и их образы будут находиться в таком же отношении и наоборот. Хорошо. Естественно, от автоморфизма не требуется быть даже выразимым формулой в этой сигнатуре. Нам достаточно предложить какую-то, любую биекцию, которая будет ломать это соотношение. Ну, если будет умножение на минус один. F от x равняется минус x. Давайте проверим. X равняется y. Значит, правда ли, что минус x равняется минус y? Да. Если x плюс y равняется z, правда ли, что минус x плюс минус y равняется минус z. Да. А если x меньше y, правда ли при этом, что
минус x меньше минус y. Ну вот тут как раз все ломается. А это категорически нет. Угу. Это даже никогда не правда. Поэтому невыразим. Тем самым мы доказали, что этот предикат невыразим. Тут есть еще одна задача на эту же тему. А именно, докажите, что в такой модели n умножить равенство в натуральных числах с умножением неопределимо множество 2. Но напомню, что определимо множество, это значит определим предикат. То есть неопределим предикат x равно 2. Мы тут опять автоморфизм будем строить, который все ломает? Да, опять автоморфизм. То есть нужно, ну, равенство и так понятно, нужно придумать такую биекцию, что если а умножить на b равно c, то f от а на f от b тоже будет равно f от c. Но при этом двойка не останется на месте. При этом двойка уйдет, при этом двойка как число уйдет при применении f во что-то еще. А сейчас попробую. Ну, если мы возьмем x переходит в 2x. X не получится, потому что если x умножить на y равно z, то x умножить на 2y будет равно 4. Конечно. Нам нужно сделать такое, что сохраняет умножение. Для этого нужно немножко представить, как ведут себя и соотносятся друг с другом числа в натуральных числах с умножением. То есть что такое, например, одно число делится на другое? Как мы понимаем, что одно число умножить на другое равно третьему? Как перелопатить этот набор, чтобы свойства соответствовать друг другу через умножение не менялось?
Ну, хочется сказать, что что-то там с четностью у нас, ну, не знаю. Нет, ну как бы еще? Не очень понятно, что с четностью. У нас в натуральных числах с умножением и равенством не то чтобы есть такое выделенное понятие четность. Ну, собственно, что четность, что делимость на 3, не знаю, что делимость на 7, это как бы все одно и то же неотличимые друг от друга понятия. У нас же нет порядка, у нас же нет самих конкретных натуральных чисел как констант. Вот мы в прошлый раз у нас были натуральные числа с умножением и порядком. На них мы задавали множество всех простых и множество всех степеней двойки. А теперь, когда у нас есть только умножение, множество всех простых мы можем задать, а множество всех степеней двойки уже, например, не можем. Потому что оно ничем не отличается от множества всех степеней тройки или всех степеней какой-нибудь семерки. Угу. Вот как-то этим нужно воспользоваться, чтобы придумать соответствующий автоморфизм. То есть у нас не n, а множество всех простых чисел, как бы? Нет. Нет, ну как бы в нем выделяется множество всех простых чисел. Мы умеем его определять. Но, грубо говоря, в каком-то смысле, если мы можем сломать автоморфизмом множество всех простых, то дальше можно как-то понять, что этого достаточно, чтобы он продолжился на автоморфизм, ломающий уже все. То есть давайте сперва придумаем, как сломать множество простых чисел, а потом из этого извлечем, как сломать множество всех натуральных чисел таким автоморфизмом. Давайте возьмем сначала произвольную, любую биекцию, как угодно, любую биекцию на множестве простых
которая сдвигает 2. Например, какой объекцию хотим взять? Любую, чтобы двойка делась куда-то еще. Ну, давайте просто поменяем местами двойку с чем-нибудь еще. 2 и 3. Что теперь нужно сделать, чтобы получить биекцию на множестве всех натуральных чисел? Прям всех или простых чисел только? Нет, мы простых чисел вот мы уже взяли. Угу. Просто взяли весами 2 и 3. Но нам ведь нужно получить автоморфизм всех натуральных чисел. Мы ведь рассматриваем множество всех натуральных чисел с умножением. А мы не можем просто поставить все остальные числа на месте? Нет, а как? Если мы поменяли местами двойку и тройку, а все остальные числа остались на месте, у вас умножение сломается. Сломается. Дважды 2 – 4, а трижды 3 – 4. Угу. Теперь поменяем местами. Четыре. Ну, мы будем менять степени двойки и тройки местами. Так, степени двойки и тройки меняем местами. А что делать с такими числами, как, например, 12, которым фигурирует и двойка два раза, и тройка? Мы меняем местами числа вида 2 в степени а умножить на 3 в степени b. Мы поменяем местом с числом 2 в степени b, 3 в степени a. Да, строго говоря, еще нужно умножить на k. Ну, нужно да. перевести 2 в степени b, 3 в степени a, k, где k не делится на 2 и 3. То есть берем разложение любого числа на простые множители. Смотрим, сколько раз в нем фигурирует двойка и тройка, и меняем местами эти количества двоек и троек, а все остальное не меняем. В частности, степени двойки переходят в степени тройки, а степени тройки переходят в степени двойки. В таком случае, в силу того, что в разложении числа на простые множители все простые равноправны и безразличны друг относительно друга, получается, что равенство тем более, а умножение сохранилось. Однако при этом предикат «быть равным двум» не определился, потому что двойка перешла в тройку. Вот так. Однако при этом важно обратить внимание, что не всякую неопределимость можно доказать, предъявив автоморфизм. Это должно быть очевидно из того факта, что бывают какие-то очень слабые теории, в которых, например, очень маленькие сигнатуры, в которых, в принципе, очень мало можно определить, но автоморфизмов в них еще меньше. Бывают такие случаи, когда у модели просто почти нет или нет, кроме тождественного автоморфизма. Это, наоборот, для очень сложных теорий может быть. Это к
конечно, не означает, что в таких теориях определим вообще каждый предикат. Это означает всего лишь, что иногда нужно действовать как-то изобретательнее и изощреннее, чтобы опровергать определимость какого-либо конкретного предиката. Давайте попробуем какой-нибудь пример предложить. Например, самое простое. Например, если мы рассмотрим натуральные числа с равенством и предикатом x равняется y плюс 1, то там почти ничего невыразимо. То там нет автоморфизма, кроме тривиального, но выразимо очень мало. На лекциях, наверное, даже расскажут, что именно так выразимо. Впрочем, мы такие задачи сейчас, да и, скорее всего, вообще решать не будем. Если вас будут просить доказывать, что что-то не выражается, то, наверное, автоморфизмами. Следующее, что мы хотели бы обсудить, это предваренная нормальная форма. Всякую формулу в логике предикатов можно привести к эквивалентному виду так, чтобы она начиналась с квантеров, а внутри была бесквантерной. То есть, грубо говоря, если это у нас будет квантер Q1, A1, Q2, X у нас были переменные, Q2, X2 и так далее, QN, XN – это квантерная приставка, а внутри просто сидит фи, где в фи нет квантеров. Как это делается? Делается это с помощью простого вытаскивания квантеров наружу. Для этого нам нужно вытаскивать квантеры левее, пользуясь следующими соотношениями. Во-первых, нам нужно протаскивание квантеров через отрицание, которое, вообще говоря, очевидно, а именно если мы запишем для любого, что такое, мне быстро взять отрицание. Отрицание – самый плохой символ, потому что его так быстро не найдешь. Ну и наоборот, существует «не» – это «не для любого». Переименовывать связанные переменные, чтобы не было конфликта. И пользоваться тем, что квантеры можно переставлять с конъюнкцией и дизъюнкцией, если переменные уже переименованы.
То есть давайте рассмотрим пример. Нам понадобится больше места, поэтому я его высвобожу. 6. Приведите к предваренной нормальной форме. Пример будет следующий. Существует x для любого y, p от x, y, следовательно, существует y для любого x, p от x, y. Записали. Теперь давайте, как мы будем делать. Но сначала избавимся от импликации обычным образом. Как мы избавляемся от импликации? Заменяем ее на отрицание и дизъюнкция. Отрицание и дизъюнкция. Что теперь делаем? Теперь втаскиваем отрицание максимально внутрь, чтобы оно снаружи нам не мешалось. Убираем это отрицание, ставим сюда, а потому что я сказал ранее, всякий раз, когда мы протаскиваем отрицание внутрь, все кванторы, через которые оно проходит, меняются. Теперь мы переименовываем все переменные, чтобы заведомо не было никакого конфликта. Здесь делаем z, t, и здесь z, t. Ну а теперь, когда переменные переименованы, это можно просто вытащить наружу. И получилось, для любого x существуют y и существуют t, такие, что для любого z либо не p от x, y, либо p от z, t. Обратите внимание на то, что я написал, вообще говоря, не настолько, я бы даже сказал, совершенно неэффективно, потому что когда мы просто переименовываем все переменные и начинаем тащить наружу, иногда один квантор можно сэкономить. Например, если у нас есть для любого x, p от x и q от x, именно, что я говорю, если у нас есть для любого x, p от x и для любого x, q от x, то это будет, ну, смотрите, по тому, как мы сейчас написали, нам потребовалось бы заменить здесь переменную, а потом потащить вот это наружу. И это вообще говоря, правда. Для любых x и y, p от x и при этом q от y. Но ведь понятно, что если мы говорим, что для любого x и требуем сразу два свойства, то мы могли бы сэкономить и написать всего один x. То есть вот в таком случае можно было бы сделать просто так, и это тоже было бы правильно. Это тоже привело бы к предваренной нормальной форме, более компактной. Но просто, как можно понять, это не всегда работает. Если мы напишем вот так для любого x, p от x и или для любого x, q от x, то если мы потом напишем вот так для любого x, p от x или q, p от x или q от x, то это ведь не будет эквивалентно. Потому что, чтобы выполнилось первое, должно быть либо что все p, либо что все q. А чтобы выполнилось второе, достаточно, чтобы половина была p, а половина была q. Поэтому такое уже неправда. А такое, как мы изначально писали, переименовать переменную и вытащить, конечно,
будет правдой, потому что переменные разные и поэтому защищены друг от друга. Вот это для любого y, p от x или q от y, конечно, конечно, правда. Тем самым вы можете задуматься, какие из квантеров переставляются с какими из операций конъюнкции и дизъюнкции вот таким хорошим образом. Ну, собственно, квантер всеобщности переставляется с конъюнкцией, квантер существования переставляется с дизъюнкцией, и оба раза не наоборот. И тогда вы можете сэкономить при приведении предваренной нормальной форме. А можно действовать всегда вот так. Рисковать тем, что, возможно, будет неэкономно, но при этом совершенно справляться фактически алгоритмически с тем, что мы делаем предваренную нормальную форму. Давайте рассмотрим пункт Б и попробуем прямо сейчас сделать предваренную нормальную форму. Не. Я сказал не. Не для любого y, скобка открывается, p от a пишется импликация, внутренняя скобка открывается, e от a y или сейчас будет вообще весело, существует x такой, что q от x, y. Да, сразу вопрос. Сколько в этой записи свободных переменных? От скольки свободных переменных эта формула? Вопрос на понимание. Три. Свободных переменных. Две. Y и x. Нет? Нет. Y и x – это, наоборот, связанные переменные. Потому что единственное появление x – под существует x, а все появления y у нас под не для любого y. То есть a. A у нас единственная свободная переменная. Хорошо. Это формула от одной переменной, потому что a у нас встречается все время открыто. Так, ну давайте, как мы начинаем эту конструкцию преобразовывать? Что мы первые сделаем? Ну, первым можно вообще отрицание, наверное, внести или импликацию заменить. Ну, давайте начнем с того, что заменим импликацию, чтобы стало понятно, докуда нам потом вносить это отрицание. Заменили. Теперь вот эту скобку можно стереть, потому что здесь теперь три вещи под дизъюнкциями друг с другом оказывается. Значит, теперь действительно попробуем протащить отрицание совсем вглубь. Мы протащили, и квантер стал существование. Теперь отрицание нам нужно в самую-самую глубь протащить, чтобы оно было после всех квантеров. У нас в определении предваренной нормальной формы никаких квантеров где-то в начале быть не мог. Ну, то есть мы теперь перед p от a убираем отрицание, да? Ну, теперь мы применяем фактически закон де Моргана. К каждому отрицанию. Да, у нас вот здесь стоит отрицание. Это значит, мы заменяем все дизъюнкции на конъюнкции и применяем отрицание на каждую. А именно отсюда убираем. Здесь оно появляется, здесь оно появляется. Теперь мы вот это отрицание забираем и втаскиваем его совсем вглубь. Вот так. Так. Значит, теперь, чтобы нам вытащить вот это для любого x наружу, а, собственно, ничто нам не мешает вытащить для любого x наружу, потому что переменной под именем x снаружи нигде нет. Поэтому у нас никакого конфликта здесь быть не может. Поэтому я забираю это для любого x и кладу вот сюда, поближе к квантеру. Но, естественно, сверх квантера мы вытащить не можем. И получаем, существует y для любого x такое, что p от a, при этом не e от a y, и при этом не q от x y. Да, получилась предваренная нормальная форма. Давайте еще один пример.
разберем уж все, что нам предлагают, чтобы потренироваться. Для любого x, для любого y, p от x, y. А теперь начинается вторая часть формулы, совершенно с нуля. Или для... Не для любого, для любого y. Или для любого x существует y такой, что q от x, y. Итак, первое, что мы делаем. Первое, что мы делаем, это прячем отрицание совсем внутрь. Раз, раз. Протащили. Второе, что мы делаем, переименовываем все переменные. Мы бы хотели вот это x и y потащить наружу, но у нас снаружи уже есть x и y. Поэтому делаем из этих переменных z и t. Ну а теперь никаких вопросов. Раз переменные стали другими, мы честно вытаскиваем их наружу, и у нас получилась предваренная нормальная форма. Опять же, можно было бы задуматься, можно ли примерно, как здесь показано, упростить, но упрощать не обязательно. У нас никогда не будет заданий «приведите к максимально эффективной предваренной нормальной форме», потому что а как их вообще решать? Может, есть какая-нибудь абсолютно другого вида предваренная нормальная форма, которая еще эффективнее. Итак, для любого x существует y, p от x, y. Следовательно, существует x для любого y. И сейчас будет b от x влечет c от y. Вот такое написано. Итак, ну первое, что только мы делаем, сначала импликация. Да, и расправляемся со всеми импликациями, которые мы видим. С вот этой, и теперь нам понадобится отрицание. Вот здесь небо или c, и вот здесь отрицание. Сделали. Теперь мы вносим вот это первое отрицание вглубь и меняем, получается... Для любого перед x на существует, а существует перед y, но для любого. Так, да, протащили и поменяли. И справа протаскивать отрицание некуда, там квантеров нет. Ну, больше нам ничего не остается, кроме как поменять x, y. Ну, вот где bc у нас, да, заменить. Теперь остается заменить x, y на z. Т, иначе мы никуда не денемся. И осталось потащить квантеры наружу. Взяли, положили, накрыли скобками, чтобы не было вопросов. А вот эти скобки убрали, потому что тут все время дизъюнкции. Существует x для любого y, существует z для любого t. Такое, что не p от x, y, или не b от z, или c от t. Собственно, количество перемен квантеров перед формулой, то есть сколько раз заменяется существует на для любого и обратно на существует, и то, с какого квантера эта формула начинается, это, вообще говоря, важные свойства, которые прилагают к формулам. Вот здесь, например, у этой формулы есть три группы квантеров, 4. Существует для любого, снова существует, снова для любого. И она начинается с квантера существования. Поэтому говорят, что эта формула принадлежит классу сигма-4. 4, потому что 4 разных группы квантеров. Сигма, потому что начинается с квантера существования. Если бы она начиналась с квантера всеобщности, то говорили бы, что эта формула... класса пи 4. Сигма и пи здесь заглавные. Это важные понятия для оценки сложности формул, потому что, например,
в случае конкретных теорий могут существовать алгоритмы, проверяющие общезначимость формул до какого-то класса, но не выше. И, естественно, самым интересным вопросом всегда является определить лучший класс, в который попадает формула. То есть можно ли написать формулу, эквивалентную этой, в которой меньше перемен квантора? Естественно, с помощью вот такого приема, который я показывал слева, часто можно сделать более эффективные представления для той же самой формулы. Но вообще говоря, это нетривиальный вопрос. По виду формулы определить, какому лучше всего классу она принадлежит. Но это у нас сейчас отступление. В тот момент, когда мы изучим, как выводить в логике предикатов, то есть когда у нас появится генсеновское исчисление, когда у нас будут секвенции правила вывода, тогда, я думаю, мы к этому вопросу еще вернемся. А пока перейдем к тому, что мы обсуждали в прошлый раз. Формула называется замкнутая, формула называется общезначимой, если в любой модели ее сигнатуры она обращается в один. Незамкнутая, если в любой модели и при любых значениях свободных переменных она обращается в один. Иными словами, если у нас формула не замкнутая, а вопрос стоит об общезначимости, то это эквивалентно тому, как навесить снаружи квантор для любого по всем свободным переменным, которые в ней остались, и отвечать на этот вопрос для замкнутой формулы. Аналогично, формула называется выполнимой, если существует модель, на которой она обращается в один. Аналогично с незамкнутой. То есть незамкнутая формула называется выполнимой, если существует модель и существуют конкретные значения для свободных переменных, на которых формула обращается в один. Так вот, задача 7. Общезначимы ли формулы? То есть вопрос следующий. Если формула общезначима, как-то это обосновать? Если формула не общезначима, то просто взять и привести контрпример. Конкретную модель, в которой все ломается. Итак, берем оба квантора и начинаем писать формулу. Существует y для любого x, p от xy, следовательно, а сейчас напишу то же самое, но наоборот. Для любого x существует y, p от xy. Написали вот такую формулу. Общезначима ли она? Давайте думать. А если мы ее будем вот приводить, как в прошлом номере, это нам не упростит потом задачу? Я бы сказал, это усложнит. Потому что, ну, по моему мнению, формулы, в которых есть два громадных куска и между ними импликация, проще всего проверять на общезначимость. Потому что сразу можно рассуждать от противного. Допустим, что левая часть истинна, а правая часть ложна. Потому что единственный случай нужно разбирать, в котором она может не быть общезначимой. Насколько я помню, даже в экзаменах обычно вопрос, общезначима ли формула, почти всегда сформулируют именно в таком виде. Показывают два выражения, а между ними пишут знак импликации.
Ну, так у нас тут... У нас же одинаковые квантеры перед x. Да, но в разном порядке. А, да, да, точно. Давайте подумаем. Что написано слева? Ну да, 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 можно попробовать нарисовать это картинкой. То есть вот это, вот тут у нас бегают иксы, тут у нас бегают игреки, и на пересечении написаны значения p. Единичка, если p это xy, ноль, если не p это xy. То есть что слева написано? Существует строка в таблице такая, что для любого x, то есть для любой вертикали p от xy. Иными словами, существует строка, заполненная единицами. То есть, а что у нас справа написано? А справа у нас существует столбец, заполненный единицами. Так, так. Нет? Нет. Для любого x. Для любого x. То есть, какой бы мы столбец ни взяли, в любом столбце, найдется единица. Если правильно выбрать строку, есть единица. То есть, правда ли, что из того, что есть строка из единиц, следует то, что в каждом столбце попадает единица. Ну да. Это правда, поэтому формула общезначима. Угу. Понятно. То есть для таких случаев, когда нам дают импликации две формулы, которых один и тот же предикат, но как-то по-разному раскиданы квантеры, легко можно нарисовать вот такую конструкцию. Или давайте посмотрим на пункт B. В пункте B предлагается написать: для любого x существует y. Для любого x существует y, p от xy. Следовательно, существует y для любого x, p от xy. То есть то же самое, но в обратном порядке. То есть из этого встает вопрос. Правда ли, что если в каждом столбце есть единица, то существует строка, которая целиком забита единицей? Но это уже неправда. Но это неправда, потому что, например, на диагонали можно по диагонали. То есть автоматически получается контрмодель. Есть хотя бы две точки, и p от x, y это что эти точки совпадают. В таком случае написано, в таком случае получается, что слева написано: для любого x существует равный ему, ну это он сам, да, а справа написано: существует такой элемент, что все ему равны, что заведомо неправда. Поэтому она не общезначима. Тем самым, с помощью такого метода мы и поняли, как доказывать общезначимость, и сразу научились строить контрмодели. Из того, что мы предположили написать по диагонали единицы, мы сразу поняли, как это можно написать. То есть пусть p от xy – это в точности, когда x равно y. Но штука-то, на самом деле штука в том, что если мы берем абсолютно произвольную формулу, любого вида, не такого хорошего, например, где импликация есть, то не существует. Просто в самом теоретико-логарифмическом смысле не существует алгоритма, который бы проверял, что она общезначима.
вообще не существует. Естественно, если формула попроще, то, ну, если у нее малое число перемен квантеров, то этот вопрос решается. Формулы без квантеров, ну, там можно просто все подставить и проверить. Формулы класса сигма-1, которые начинаются с одного квантора существования или с одной группы квантов существования, формулы класса π1, начинающиеся с одного квантора всеобщности, формулы класса π2, в которых сперва существование, а потом всеобщность. Для таких задача разрешима. И для класса π1, когда написано некоторое число квантеров для любого, а дальше идет бесквантерная формула, это на самом деле почти очевидно. Потому что проверять формулу, в которой вначале только квантеры существования, это все равно, что проверять формулу со свободными переменными, выкинув эти квантеры для любого. Для сигма-1 это нетривиальная теорема Эрбрана, которая, может быть, будет в курсе, что сразу дает ответ для π2. А вот уже дальше, например, для формулы сигма-2 вида существует x для любого y, существует z, p(x, y), и дальше что-то бесквантерное. Уже для таких формул задача оказывается неразрешимой. Не существует общего алгоритма, позволяющего доказывать. Естественно, бывают такие красивые частные случаи формул, для которых все доказывается, но не всегда. Ну и последнее, что мы сегодня разберем, задачу типа 8. Докажите, что следующие формулы, следующая формула, разберем один пункт, истинна в каждой конечной модели, но не общезначима. То есть может быть сломана в какой-то бесконечной модели. Значит, формулировка будет следующая. Для любого x, для любого y, для любого z, r от xx. Значит, сейчас будет очень подробно описано некоторые свойства r, двуместного предиката. R от xx. Дальше будет написано, если r от xz, то r от xy или r от yz. Сейчас заберу или. Или r от yz. Так, и теперь прямо снаружи пишем абсолютно другое свойство, не под квантерами. Тогда существует x для любого y, r от xy. То есть что здесь написано? R – двуместное отношение на модели n. На n. Известно, что R симметрично и вот это какое-то странное свойство. Утверждается, что тогда, ну, давайте визуализировать R как стрелку, предлагаю. То есть вот это x, вот это y нарисован, а R будет рисоваться вот так. Ну, как когда у нас были модели Крипки. И вот тогда написано, что из каждой точки... Тогда написано, нет, есть точка, из которой стрелки выходят во все другие. То есть наша задача понять,
что за вот такое сложное свойство записано здесь. И когда мы это поймем, мы должны разобраться, почему это истина на любой конечной модели, а на бесконечной, может быть, и нет. Что здесь в буквальном смысле написано? Если мы берем три произвольных точки x, y, z, и оказывается, что из x в z есть стрелка, то либо есть стрелка из x в y, либо из y в z. То есть для любой стрелки, которая проведена, если мы возьмем какую-нибудь еще точку, то либо в нее будет стрелка из исходной, либо наоборот, она сама будет подавать стрелку в финальную. Так, ну и как из этого, следует ли из этого, что есть точка, из которой по стрелке можно попасть абсолютно в другую, в любую другую точку? Но можно здесь, например, задуматься, а будет ли это симметричным, будет ли это транзитивным? Может, это как-то поможет. Но эта штука ведь не будет симметрична. У нас же стрелки как бы перевернутся все. Нам же важно направление стрелок. Да, направление стрелок нам важно. Ну, то есть, если мы возьмем R от да. ZX, то все стрелки перевернутся. Да, неправильно написал. Конечно, R имелось в виду рефлексивно. Это я первое свойство пишу. Так. Но если она рефлексивна, то у нас будет, получается, R от X, X, тогда из X какую-то, из X в Y или из Y да. в X. Так, ну можно, например, да. Если в качестве X и Z взять один и тот же X, то поскольку мы знаем, что R от X, X, у нас будет R от X, Y или R от Y, X. То, есть у нас получается такая линейность, ну, в том плане, что между любыми двумя разными точками стрелка есть, хотя бы в одну сторону. Угу. Может, в обе. То есть это мы установили. Так. Есть все стрелки в себя. Ну, это... Итак, знаем, для любой пары точек, разных точек, есть стрелка
хотя бы одну сторону. Это тоже правда. Теперь мы транзитивность хотим посмотреть. Или что? Мы вроде говорили про это. Давайте попробуем посмотреть, может ли быть здесь транзитивность. Ну вот если мы брали точки x, z, то мы должны в трех точках этих работать. То есть я хочу взять x, z и z, y. Или какую-то четвертую точку брать. Ну, наше свойство как-то умеет про три точки. Про три. Ну, тогда x, z, а потом z, y. Тогда у меня, если у меня есть r, z, y, то у меня будет z, y, значит, у меня будет z, x или x, y. X, y у меня есть уже... Ой. Но оно кажется не всегда транзитивное. Так, ну если не всегда, то мы должны уметь построить контрпример какой-то. Ну, я возьму... Можно, например, задуматься, если у нас есть всего две точки, то какого рода стрелки на них могут быть нарисованы? Угу. Ну, просто вот, кажется, с тремя понятно, как сломать. Так, ну давайте попробуем сломать с тремя. То есть у нас как бы должно доказаться, что она истина в каждой конечной модели. То есть у нас не должно быть возможно сломать. А-а-а. Пытаемся доказать, что в каждой конечной модели она истина. То есть мы хотим, чтобы она была транзитивным. Если она будет... Ну вот, если мы возьмем три точки x, y и z, сначала сделаем r и x, x, z. Mm-hmm. Тогда у нас стрелка должна будет быть или x, y, или y, z. Вот, а теперь мы говорим, что у нас будет R, Z, Y. То есть вот так стрелка будет вообще идти. Вообще говоря, у нас пока ничего не противоречит тому, чтобы две стрелки в обе стороны бывали между двумя точками. Почему нет? А, в смысле взять R, Z, X? Угу. Угу, хорошо, поняла. Ой, как это теперь степить? Ага, так, ну возьмем тогда R, Z, X. Тогда у нас стрелка будет идти вот так. И вот так. Или вот так. Так, и получается... И теперь мы должны взять RXX, чтобы проверить транзитивность, да? Нет, RXX у нас всегда есть. То есть у нас любая стрелка в себя всегда присутствует. Угу.
Ну и у нас получается либо стрелка в обе стороны, либо стрелка, которая такая по треугольнику идет. Ну, цикл у нас этот. Да, но если у нас получается цикл, то вы можете взять в обратную сторону. То есть взять y в качестве z, а z в качестве y. И тогда у вас на этом треугольнике появится стрелка в обратную сторону. Угу. И все равно действительно получится точка, из которой стрелки выходят во все. Угу. Это хорошо. Это то, как должно быть. Угу. Но для большего числа точек, как мы можем доказать, что все равно есть стрелка, из которой все выходит во все. Ну, можно, например, попробовать это делать как-то по индукции. Наверное, то есть для, да. для трех точек мы проверили руками, угу. что есть точка, из которой выходит во все. Теперь добавляем еще одну точку. И так. И сделать что-нибудь в таком духе. Возможно, что в эту точку бьет стрелка из того, что выходит во все. Но тогда та старая точка остается такой, как надо. Uh-huh. Если оттуда не бьет стрелка, значит, мы бьем стрелкой в нее. И если у нас дальше будет доказанная транзитивность, то мы сможем сказать, но тогда наша новая точка бьет во все. Mm-hmm. И получается, что у нас всегда есть точка, которая бьет во все. Да, то есть нам нужно доказать транзитивность. Но чтобы доказать транзитивность, я могу взять вот rxz, а потом rzy и посмотреть, будет ли rxy? Ну, как-то не знаю. Наверное, надо взять три точки и как-то по-разному пробовать варианты, какая из них x, какая из них y, какая из них z, чтобы в итоге как-то срослось. В смысле, по-разному пробуйте, какая из них x, какая из них y, какая z. В смысле, если мы, например, возьмем три точки и предположим, что нет транзитивности, то есть нарисуем две стрелки, а стрелки по транзитивности нет. Uh-huh. А дальше будем по-разному придавать этим точкам название x, y, z и смотреть, что из этого следует по формуле и какие еще стрелки из-за этого нам нужно нарисовать. Хорошо. Ну, получается, а вот такой не существует. Да. Ну, раз такой не существует, то можно сразу нарисовать стрелку в обратную сторону, потому что мы доказали, что между любыми двумя точками стрелка заведомо есть. Угу. Так, у нас не существует из x в y, значит, существует из y в x. Так, тогда...
Ну, мы знаем то, что у нас есть точка, в которую бьют из каждой точки, нет? Так, ну это тоже как-то не очевидно. Так, ну и строго говоря, кажется, что здесь транзитивность как таковая не обязана выполняться, но выполняется что-то чуть более слабое, из чего оказывается достаточно, что такая точка всегда есть. Чуть более чем слабое, чуть более слабое, чем транзитивность, это просто существование стрелки между точками. Ну, существование стрелками у нас. У нас оно и так. Нет. Я просто не очень поняла, что значит чуть более слабое, чем транзитивность. Нужно как-то привести выкладки и понять, какое здесь свойство на самом деле выполняется. Так, ну вот у нас есть стрелка xx в z. Тогда у нас должна быть стрелка либо xy, либо yz. Но стрелки xy у нас нету, потому что мы так сказали. Тогда у нас есть стрелка yz. То есть вот эта штука в обратном направлении. Да? Ага. Вот, дальше смотрим. У нас есть стрелка ZY. Если у нас есть стрелка ZY, то тогда у нас должна быть стрелка ZX или стрелка YX. Стрелка YX у нас уже есть. Ничего нового не сказали. У нас есть стрелка YX. Если есть YX, YX, тогда есть стрелка YZ, тоже уже сказали. Я не знаю, что еще можно сказать. Так, а между зетами, между зетами и иксом что-то можно еще сказать? Между зетом и иксом? То, что тоже должна быть обратная стрелка? На самом деле, да. Ага. А почему сейчас скажу? Потому что, наверное, надо взять для этого стрелку ZY или YZ. Если возьмем ZY, берем ZY, тогда у нас существует стрелка ZX или существует стрелка YX. Ой, XY. А стрелки XY у нас нет. Ага, да, тогда существует ZX, действительно. Да. У нас, к сожалению, время на сегодня закончилось, так что рекомендую довести это рассуждение до конца. То есть мы доказали, что если у нас нет жестко какой-то стрелки в одну, которая была бы по транзитивности, то у нас на самом деле есть стрелки в обе стороны в обоих оставшихся отношениях. Теперь это осталось как-то додумать и прийти к выводу, что мы по индукции можем доказать наличие точки, из которой бьет во все. Тогда на сегодня заканчиваем. А в следующий раз, я думаю, у нас уже появится вывод, и мы сможем делать формулы, как мы привыкли в генсеновском стиле. Хорошо. Спасибо. До свидания.